Всем привет, с вами Матмёт, и мы с вами будем проходить DLC Quest. Уже многие делали по нему обзор, но мне очень хочется поиграть в эту игру и, естественно, записать мою игру в DLC Quest. Итак, поехали. Вся игра вообще, это как бы высмеивает все эти покупки. Точнее, DLC, как вы понимаете. И вот появляется плохой парень. Стандартная история. Естественно, он крадет принцессу. Он с этими усиками похож на Чингисхана. Дым, спецэффекты, он убегает. И у нас есть мотивация для того, чтобы развиваться и спасти нашу принцессу. В этой игре мы можем покупать анимацию, музыку, звук и даже ходьбу влево. То есть влево он, естественно, не идет. И вот, как вы видите, нету ни звука, ни хрена нету. Мы останавливаемся поговорить с Никелем, который нам рассказывает всю историю. Он нам рассказывает то, что тот парень, который украл принцессу, он еще убил нашего дядю, и также он нассал в колодец. Но это все херня, потому что тебе надо бы купить DLC. Я это покупаю. Первое, я покупаю движение влево, и, естественно, я двигаюсь влево. С лошадью можно не говорить, потому что она только мычит в ответ. И вот нам парень предлагает оружие, он нам говорит, то, что оно нам пригодится, но нужно 10 тысяч раз нажать на вот это вот колесо, чтобы заточилось оружие. Естественно, 10 тысяч раз мы не будем нажимать, бежим, тут какая-то реклама, сори. И оказываемся, где овечка, собираем монеты. Разговариваем вот с этим вот пастухом, который говорит нам не обижать овцу или что-то такое. Пройти сюда мы не можем. Нам нужно лезвие, как вы понимаете, чтобы срубить эти маленькие кусты. Идем дальше, и вот здесь происходит на этой, в этой области какое-то событие. Да, и появляется небольшой парень под звуки «дын-дын-дын». И, короче, он извиняется за то, что все время происходит такая херня, когда кто-то проходит по этой области. И, короче, нам нужно купить избавление, я бы сказал, от вот этой вот участи. Видеть его еще раз. Собираем монетки. Так. И, в принципе, этого будет вполне достаточно для того, чтобы совершить наши последующие покупки. Ну и, естественно, что мы будем покупать? Это мы будем покупать... ну, еще давайте здесь соберем монеты. Сюда пройти мы не можем. И, кстати, вот здесь вот лежит DLC. Это броня для нашей лошади. И покупаем, значит, мы... Pause Menu Pack... Ну, короче, вот это покупаем, и анимацию, и звук. И теперь мы полноценно можем играть. Вот, у нас появился звук, мы затачиваем наш меч. Теперь мы можем драться, рубить деревья, все дела. И первый я поквитаюсь с овцой. Нахер она нам нужна? Так, затем мы порубаем деревья. И, по-моему, все на этом, да? Нам нужно собирать деньги. А справа, как вы помните, там тоже есть один куст, который мы тоже сейчас пойдем и срубим. Вот он. Туда мы не можем допрыгнуть. Открывается двойной прыжок, который нам тоже нужно побыстрее купить. Так. Вот здесь слева вы видите потайной ход. Так, так, так. Вот эти таблички, они призывают нас не идти сюда, потому что тут мы найдем смерть. Ну, никакой смерти я тут не вижу. Я вижу только много монеток. Так что все это было только что большое-большое наебалово. Итак, направляемся назад. У нас есть уже около 60 монет. И будет даже больше.
Так. Короче, что-то он нам там говорит. Сюда мы не можем пройти, потому что у нас нету карты, которую нам тоже нужно купить. Итак. Ну, для начала мы возьмем двойной прыжок. Для того, чтобы собрать все монетки, которые мы видим вверху. Покупаем двойной прыжок. Дабл джамп. А, у нас не хватает денег. Денег хватает только на то, чтобы пройти область с этими галлюцинациями. Так. Ну, естественно, направляемся туда. А именно вот сюда. И у нас происходит еще раз эта же фигня. Но теперь как бы... Сейчас мы ему разъясним то, что все, можешь так больше не делать, потому что мы купили DLC. И все. Когда ты меня оставишь в покое, блять, хорошо, говорит он. Вроде как. Прыгать туда мы не можем, нужен опять двойной прыжок. Так. Налево мы опять не запрыгнем, точнее направо. Вот, мы находим потайную комнату, здесь 64 монеты. И сюда мы тоже не допрыгнем. И здесь находится парень в какой-то странной одежде. Не знаю, что он там нам говорит. В общем, по этому туннелю мы, естественно, пробежим в еще одну секретную комнату. Вот она. И можем отправляться за покупками, за двойным прыжком, который нам, как вы видите, очень сильно нужен, потому что без него мы уже не можем просто ничего сделать. Итак. Так, так, так. И мы покупаем двойной прыжок. Все, аплодируют нам, естественно. Теперь мы можем два раза прыгать. Монетки как бы стрелочкой нам показывают то, что, блин, бегите туда, ребята, там еще до хрена монет. И на самом деле тут монет очень и очень много. Нафиг я убиваю этих овец, я не знаю, конечно. Бедные, бедные овцы. Наверное, из-за того, что пастух попросил этого не делать, я это делаю. Знаете, с детства осталась такая привычка, я думаю, она есть у каждого. Просто делать то, что нельзя делать. Я за тобой еще приду, маленькая овца. О, господи. Да, приду, но... Блядь. Приду, но не скоро. Господи, я даже не могу выбраться, представьте себе. Ну что ж за херня? Чё ж я сюда провалился? Ну и удосужило ж меня упасть так низко. Вот мы с тобой и встретились. Так. Надписи я не буду читать, потому что на английском я не очень сильно шарю. Еще больше я это понял, когда поговорил с американцами недавно. И, блин, реально ни хрена я не знаю английского. Так, здесь направо нам показали только что монетки, то что справа находится еще одна потайная комната, которая нас приведет к Паку. И это сексуальная одежда. Сексуальная одежда. Так. По-моему... Ох ты ж, блин, смотрите, какую гору монет мы чуть не пропустили. Я уже хотел убегать. О, черт. Да, блин, почти убежал уже отсюда. Все, везде мы насобирали здесь монеты. Идем теперь налево. И пойдем пособираем оставшиеся монеты в этих пещерах. И, по-моему, там тоже был какой-то ход вверх. Да, вот он. А, нет, здесь мы тоже. Мы тоже здесь были. Идти нам нужно вот сюда. Вот сейчас вот вверх будет путь. Да, вот он.
Здесь мы встречаем старика, который говорит: «О, герой, привет!» Я говорю: «Я не герой, парень, ты, наверное, ошибся». Он рассказывает про каких-то детей, волков в деревне. Нужно еще найти книгу с заклинаниями. «Дети, волки, что за херня? Подожди», он говорит. «А еще вот удочка. Что за удочка волшебная?» Он говорит: «Блин, ну волшебная удочка, и мне надо, чтобы ты все это нашел». «Не, слушай, давай успокойся, я не буду этого всего искать. Вообще я очень занят, так что иди-ка ты нахер, старый пройдоха». И оставляем его решать свои проблемы самому. Ого, нашли только что еще один потайной ход. И вот здесь мы уничтожаем овцу. Вход к овце специально, чтобы ее убить. Злобно создатели игры сделали. Ой-ой-ой, я чуть не пропустил еще монетки. Смотрите, нас прям закармливают этими монетками. И здесь вот еще есть цилиндр. Да, не заныкаешься ты от меня, вонючая овца, похожая на собаку. Пушистую собаку. Идем, направляемся вниз теперь. И вот здесь мы все-таки убьем еще одну овцу, которая пытается от нас скрыться в недрах этой пещеры. И заберем, как я помню... Да, заберем вот эту вот вещь. Итак. Вообще это покупка питомца. То есть это нам позволяет купить питомца. Ой, ну это ж так мило, да? Поэтому мы возьмем и купим его. Итак, нам, пожалуйста, питомца. Сперва питомца, а потом только карту, по которой мы можем пройти в другую локацию. И, конечно же, сексуальную одежду. Да, без сексуальной одежды сейчас никуда. Вот на нем сейчас, как увидите, надет лифчик. Ну и давайте цилиндр. Все, я теперь прям PIMP. И следующую часть, наверное, я буду проходить уже с другим. Блять, господи. Так, все, забудьте. Короче, следующую часть я буду проходить в другом летсплее. Теперь все в лифчиках. С вами был Мэтмёт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И в следующем летсплее мы уже окончательно пройдем эту веселую игру. До свидания.